Добрый день, дорогие друзья. Сегодня я хочу поделиться опытом с теми, кто желает своим ходом проехать, самостоятельно проехать из Кемера или прилегающих там поселков в Анталию. И я непосредственно ездил в старый город. То есть первым делом мы едем это с утра обычно. То есть желательно с утра. Потому что времени не хватает. Выходим на остановку автобусную. На экспресс-автобусе мы доезжаем до Мигроса, торгового центра популярного. В этом же районе, рядом с Мигросом, находится океанариум, аквапарк, парк развлечений. В общем, на автобусе можно доехать. Если далее вам надо ехать в город, в старый город, мы ждем автобуса городского, который маркируется, вот такой вид имеет, и маркируется КЛ-08. Проезд стоит 1-2 лиры. Вот. Далее мы едем, в общем, когда он поворот сделает направо, можно вылезти, там торговая улица такая, и потом будет ориентир, вот там фотография, увидите, Анталия на перекрестке, и там будет трамвайная линия. Вот по этой трамвайной линии влево все люди идут там. А, значит, обратный путь примерно такой же. Выходите опять на эту улицу, где ходит 08 автобус, на автобусную остановку, и ждите этот автобус. Садитесь в автобус КЛ-08, он ведет вас обратно в направлении до Мигроса. Когда он доезжает до Мигроса, он объявляет водителю: «Мигрос!» И все там, много людей выходит на Мигросе. Вы на Мигросе выходите и, в принципе, на автобусную остановку прямо. И тут ждете опять автобус. Может прийти экспресс-автобус, может прийти простой автобус. Ну, то есть он не экспресс, он ездит по поселкам. Вот, спасибо за внимание, всего вам доброго, путешествуйте.